Да я могу вообще, блядь. Я так не люблю эту вот хуйню, блядь. А кто ее любит? Ты, по-моему. Не. Ха! Вот это прикол. Вот этого не было в пятницу. Да мы тут на гравелах пешком ходили. Сейчас лучше газуй, если хочешь забраться. А? Начинай разгоняться, если хочешь забраться. Блять, разгоняться, да это нахуй. Разгоняться. У меня. Он как бы. Близко было. Ну вот одно место, например, где дроппер бы уже намного тебе помог. Да, я тебе скажу, что там хорошо было бы быть и натоптал. Отлично. Да. Фух. Фух.
Ты два раза был почти до через ручки. Пиздец, я обосрался. Нет? Ну я не пойду по одной простой причине, я не могу стегнуться. Там возле дерева стоят. Нет, не могу так стегнуться. Куда-то место для себя. Шаг в сторону. Да. Не, ты проехал, Макс? Тут, кстати, да, стромное место. Тут смотри, какой-то след кого-то волочит кого-то еще сюда. Да. Трупец какой-то. А как те, кто-то цепляется, да? Да-да, труп. Так, поэтому нахуй отсюда. И потише. Ну мы туда не едем, да? А по частям. Надо обратно проехать, в чем вопрос? Ой, бля, давайте пройдемся сразу, что-то всем стоять на нем, наверное, стрёмно. Сейчас, секунду, я говорю, подождите секунду. А, я снимаю. Ладно, если что, упадем, то хоть на ютубе разбогатеем. На ютубе мы разбогатеем на ваших видео, а на моих фотках это чисто просто для вашей коллекции. Посмел. А ты на этом? Опа! Сюда! Или ты куда, Лёш? А, ну и пойдем. Ой, свет красивый тут.
Красава. Thank you.
Надо, да. Вот это ты станцевал, поможешь? Станцевал с деревом, ты красивый. Ебать, нихуя он висит, пиздец. Что, Леша, ты боишься? Там такие корни. Thank you.
А, я что-то не увидел тебя. Операция облава на медведей. Что? Фотку.